Магаданцев приглашают принять участие в международном конкурсе «Нарисуй символ для географического диктанта». Заявки на участие принимают до 22 августа включительно. Возраст и место жительства не важны. Работы должны соответствовать следующим критериям: оригинальность и неповторимость, содержание изображений не должно противоречить общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября. Подробную информацию можно узнать на сайте диктанта.